Всем привет! С вами Галина. Добро пожаловать на мой канал о заработке в интернете. Креатив Лайф. Сегодня мы будем говорить об одном из боксов. SEO бокс. Вернее, будем регистрироваться на нем. Для того, чтобы показать, как нужно регистрироваться на всех остальных боксах. А прежде чем мы начнем, пожалуйста, поставьте лайк этому видео и подпишитесь на канал. Итак, переходите по ссылке в описании к этому видео, заходите на букс. Здесь мы нажимаем «Регистрация» и придумываем логин. И вводим электронную почту. Логин можно проверить, свободен ли он. Мой оказался свободен. Подтверждаем, что согласны со всеми условиями и нажимаем кнопку «Продолжить». Для того, чтобы подтвердить свой электронный адрес, отправляем на адрес письмо. Нажимаем кнопку «Отправить». На почту пришло письмо. Копируем код. Возвращаемся обратно на букс. И вставляем код в ячейку. Нажимаем кнопку «Проверить». Мы проверили свою почту, и теперь мы можем уже зарегистрироваться. Для этого необходимо разгадать капчу. В данном случае это пример из цикла. После регистрации открывается страничка с вашими регистрационными данными. Такое же письмо с такими же данными придет и на вашу почту. Скопируйте это все и сохраните себе где-нибудь в блокноте, чтобы не потерять. Теперь мы можем войти в свой аккаунт. Вводим логин, пароль, разгадываем капчу и нажимаем кнопку «Войти». Вот мы на проекте SEO Books. Стали полноценными членами этой команды. Сразу нажимаем на яблоко. Каждые 24 часа появляется вот это яблоко. Оно дает плюс 1 балл к рейтингу. В разделе «Информация» обязательно ознакомьтесь со всеми правилами проекта. А мы сейчас заходим в раздел «Аккаунт», «Профиль» и вводим все свои данные. Имя, почту, пол, возраст, телефон. Вводим пин-код, который вы сохранили у себя в блокноте, и нажимаем кнопку «Применить». Переходим в раздел «Безопасность». Здесь мы вводим наш электронный кошелек. Выбираете из тех, которые представлены, какой вам больше удобен, тот и вводите. Я ввожу Яндекс.Кошелек. В разделе «Безопасность» вы можете поменять свой пароль. В разделе «Социальные сети» прикрепить социальные сети, которыми вы пользуетесь. Опять возвращаемся во вкладку «Аккаунт» и загружаем свою фотографию.
фотографию загрузили, теперь можно начинать зарабатывать. Идем в категорию «Заработок» и нажимаем раздел «Серфинг сайтов». Для начала серфинга нужно разгадать капчу, перейти к серфингу, нажимаем на ссылку. Переходим к серфингу. У нас открывается окно с таймером. Ждем, когда таймер прокрутится. И здесь нам предлагают ввести правильный ответ. Спасибо за посещение. Вы получили свои деньги. Так вы прощелкиваете все остальные ссылки. Автосерфинг. Практически то же самое, что и серфинг, только здесь вам не нужно каждый раз нажимать на ссылку. Ссылки открываются автоматически. То есть вы просматриваете все страницы рекламные в автоматическом режиме. Дожидаетесь окончания таймера, и следующая страница сама открывается. Чтение писем. Здесь нам необходимо прочитать письмо, которое написал рекламодатель, и правильно ответить на вопрос, который он задает, выбрать его из нескольких пунктов. Внимательно читайте письмо, внимательно читайте вопрос и нажимайте чекбокс с правильным ответом. После этого опять открывается таймер. Нужно выбрать правильный ответ. И после этого вам засчитывается этот ответ. И вы получаете опять на свой баланс какие-то деньги. Прохождение тестов. Но так как на данный момент на сайте тестов нет, то мы не будем об этом говорить. Единственное, что скажу, это просто очень похоже на чтение писем. Вы сами в этом разберетесь. Дальше переходим оплачиваемые переходы. Оплачиваемые посещения. Здесь вы нажимаете на ссылку. Открывается сайт рекламодателя. Прокручиваете страницу сайта вниз до конца. Возвращаетесь обратно. Закрываете вкладку. Посещение окончено. Вам перечисляют на счет деньги. Выполнение заданий. Это самый денежный вид заработка на боксах. Выбираем задание в любой из категорий. На боксах в заданиях есть несколько категорий, которые вы можете выбрать. Нажимаете «Начать выполнение», и вам откроется задание. Внимательно читайте текст задания, чтобы не ошибиться. Посмотрите, что от вас хочет рекламодатель. В данном задании необходимо ввести ник на проекте,
которые он предлагает. Вводите в поле для текста свой ник и нажимаете кнопку «Отправить отчет». Также на проект вы можете приглашать рефералов. Во вкладке «Работа с рефералами» вы найдете свою реферальную ссылку. Моя выглядит вот так. Приглашайте рефералов и будете получать процент от заработка своих рефералов. На Ксиаобоксе есть чат, в котором вы можете пообщаться с другими пользователями. Итак, мы познакомились с сайтом Ксиаобокс, рассмотрели все виды заработка. Многие боксы, даже, возможно, все, очень похожи друг на друга. Регистрируйтесь на них. Список самых лучших боксов будет в описании к видео. Дерзайте, идите к своей цели. Удачи вам в интернет-заработке.